Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Антонов Антон, и это онлайн-урок по технике шеста. Сегодня мы с вами разберем фехтовальную технику, которая нам может пригодиться для понимания биомеханики, системы рычагов и базовых элементов, как, собственно, гуньшу, то есть техники длинного шеста, так и техник туйшоу, потому что они, конечно же, взаимопроникают друг в друга, и то, что есть такое выражение, что самурай с мечом подобен самураю без меча, ой, наоборот, и то, что есть такое выражение, что самурай без меча подобен самураю с мечом, это как раз о том, что многие оружейные техники впоследствии породили рукопашные техники, да, просто принципы сохраняются, оружие убирается. И мы сегодня наглядно это проследим в сольных упражнениях, в шестом и затем в парных упражнениях. Итак, давайте начнем. Позиция у нас будет традиционная, в учебниках ее нет. Левая, правая нога стоят широко, насколько это удобно. Смягчаем тазобедренные стопы и колени. Стоят ноги в разных плоскостях, то есть не на одной линии. Левая слева чуть-чуть, правая чуть справа, как будто на лыжне или на двух рельсах. Между ними можно прочертить прямую линию. Вот таким образом. Стопы направлены вперед и немного внутрь, под 45 градусов. Да? Это наша традиционная позиция. Она, в принципе, встречается во всех боевых искусствах. С ней очень хорошо начинать работу вот в данном контексте. Первое упражнение – это фехтовальное это упражнение. Мы берем длинный шест, как копье. Правая рука берет за самый край, левая по ширине примерно плеч, может быть, чуть больше, берет подальше. И мы начинаем, упирая в область тазобедренного сустава шест, мы начинаем движение. Движение полукругом. Да? Я поднимаю правую сторону и обрисовываю полукруг, атакуя вниз. Затем возвращаю обратно, атакуя сверху. Конечно же, это движение мы делаем не рукой, а вращая тазобедренные суставы в первую очередь. Это мы сейчас будем разбирать. Что для нас в этом движении важно? В этом движении важно, что левая рука у нас пока находится в статичном положении, как борт лодки, да, то есть можно даже вначале не хватать палку, а поставить просто руку, как борт, вот реально границу, вокруг которой мы будем орудовать, чтобы увидеть, что левая рука для нас сейчас пустая. Мы двигаемся только правой стороной, атакуя поочередно вверх и вниз. Давайте сделаем то же самое лицо, позиция широкая, и тихонечко описываем дугу. Что для нас здесь важно? Когда я атакую вниз, я открываю тазобедренные суставы наружу, как будто бы меня толкают немного в поясницу, я создаю давление и тяну одновременно рычаг на себя. Когда я веду вторую фазу, я чуть-чуть закрываюсь внутрь, закрываю тазобедренные, открывая их с обратной стороны и как будто иду на атаку вперед и немножко наваливаюсь весом туда, вдаль. Открытие, атака снизу, закрытие, атака чуть сверху. Домкрат такой, да, то есть мы снизу начинаем поднимать силу, а здесь давление мы немножко опираемся сверху. То же самое для симметрии мы можем проделать на левую руку. Берем левую руку также за край, правую чуть-чуть шире плеч и потихонечку создаем тоже движение.
Угу. Хорошо. Вторая часть у нас будет про то же самое движение, но с обратной стороны. Теперь мы встаем, берем палочку в правую руку и от себя. То есть атака будет идти сбив как сбив, да, или подсечка немного себе за спину. То есть если до этого мы делали вот в эту плоскость, вперед, лицевую, то здесь будет за спину. Раз. Затем мы как будто вычищаем, да, купол вот нашего тела, который здесь образуется, пустоту, и атакуем здесь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Лицом посмотрим. Здесь видно, что мы толкаем немного правый тазобедренный вместе с ладонью, толкают вдаль, затем тянут к себе, поднимают по пояснице, по спине энергию и снова толкают через верх уже. Тянут к себе, опускают вниз и по дну отталкиваем туда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слишком далеко шест не уводим. Оставляем его направленным чуть-чуть вперед все время. Это важно, потому что если мы говорим про фехтование, убирая его слишком в сторону, мы открываемся, да? Оставляем чуть-чуть здесь. Чуть-чуть скольжу. И то же самое делаем на левую сторону. Таким образом мы получаем очень хороший проворот в тазобедренных суставах, который нам пригодится очень. Да? В принципе, эта механика, она очень хорошо ложится на затем применение в бросках, в отталкиваниях, в затягиваниях. И мы это пронаблюдаем буквально чуть позже, когда будем делать в паре это же движение. Отлично. Вот 4 базовых элемента. Затем мы их, конечно же, будем соединять. Итак, мы соединяем в один круг. Позиция та же самая. Ведет больше дальняя сторона сейчас. Чик. Начинаем. Атака первая. Проворачиваем. Атака вторая. Третья. Четвертая. То есть 4 угла у нас. Раз. Два. Три. 4. Вращение происходит, конечно же, в центре. Как будто мы гребем веслом, да, чуть-чуть назад. Здесь у нас интересный момент с кистью. Когда мы выходим сюда, мы меняем положение, чтобы прочистить изнутри, да, купол. Раз, изменили положение, прочистили, здесь потянули от себя. И в обратную сторону то же самое. Слушай, я разъезжаюсь, скользко тут чуть-чуть. В обратную сторону то же самое. Поворачивается целиком весь центр. То есть несмотря на то, что я говорю про то, что ведет у нас правая рука, мы понимаем, что с правой рукой работает целиком весь дантян, проворачивается центр. Здесь поворот, затем изменение угла, здесь поворот, изменение угла, здесь поворот.
Да. Попробуем увидеть это фронтально, да? Вперед. Назад в начале делали. И в обратную сторону. То есть левая рука также не участвует в движении, участвует в вращении центра. То есть левая рука на месте, мы можем даже не держать, да, опять же, палочку. А вести только задней рукой вместе с центром. Таким образом. Угу. На левую сторону повторяем то же самое. И в обратную сторону. Угу. Еще один вариант этого же упражнения. Мы теперь делаем круг только передней стороной. То есть мы оставляем в покое заднюю руку, хват такой же, и мы передней стороной вращение создаем. То есть монолитно, всем телом. Чуть-чуть здесь поворачиваем от себя ладонь при нажиме, чуть-чуть забираем к себе. Эта техника уже чуть ближе к алибарде. То есть если та предыдущая техника была ближе к копью, то эта техника ближе к рубящему оружию, алибарду. Силиком. И обратно. Фронтально. Вперед. Чуть обозначаю позицию ладони, да, указательным пальцем. То есть вообще хват целиком. Но для того, чтобы было видно, что ладонь чуть от себя, буду обозначать вот таким образом. Да, что здесь раз, здесь чуть поменяли. Раз, это от себя. Рубим. Метем, поднимаем всем телом. И в обратную сторону. То же самое проделаем правой стороной. Это была левая ведущая, теперь правая. Вперед.
и в обратную сторону. Теперь мы покажем, как это работает в парных упражнениях, в парном варианте. Встаем напротив друг друга, левая нога впереди, правая чуть позади. Да. Правая рука хватает за самый край шест и к правому тазобедренному опирается, да? То есть чуть-чуть из задней линии к передней больше. Да? Здесь ширина примерно вот по плечам, да? Плюс-минус. То есть вот так проверяем. Да. Опираем здесь, соединяемся чуть-чуть и как будто немножко наваливаемся вперед на палочку, почувствуем натяжение и опирание, то есть давление. Спинка чуть округлая, хвост подобираем, тазобедренные с обратной стороны как бы раскрываем, то есть как будто хвост пистолета чуть-чуть, да? То есть такой разгиб в ногах. Разгиб. О, да. Разгиб в ногах, затем мы стекаем вниз, и правой рукой ведем от себя, нет, от себя. Уходим из контакта, каждый в свою сторону. И к плечу. Теперь у нас таз открывается чуть-чуть вперед. Открываются бедра, и мы немножко снизу как бы давление осуществляем. То есть тазом давим сюда. Такой получается домкрат немножко. Опирание снизу. Снова уходим из контакта мягко. Делаем полукруг. И сверху чик, разгиб ног немножко вперед, да, то есть чуть-чуть усилия сюда. Угу. Себе. И от себя. То есть это нам помогает увидеть в конечной точке, что есть еще усилие, да, то есть помимо самого движения и механики его, есть какое-то усилие, которое мы туда вкладываем, чтобы пробить, да, любую вещь, которая стоит на нашем пути, вот эту траекторию движения, сбить с места. Затем выходим и то же самое усилие пробуем прощупать снизу. Раз. И создаем давление через открытие и подбирание хвоста, тазового дна. Несколько раз повторяем. Угу, отлично. Давай местами поменяемся и сделаем то же самое. На левую сторону, левая рука, хват за самый край, угу. Здесь небольшой накат вперед, раскрываем чуть-чуть сзади тазобедренные, может быть спину чуть поменьше, да? О. И уходим из контакта по дальней дуге, делаем оборот, снизу делаем опирание, таз открывается, то есть не руки. Стараемся руками прям расслабленно, да, держать палочку. Попробовать именно центром чуть-чуть нажать. И чувствовать вот точку контакта, да. То есть, когда уходим из контакта, вместе уходим из контакта. Когда приходим, постепенно нагнетаем давление. То есть, чтобы это было равномерно усилие. Чтобы не приходилось включать мышечную силу, да, больше на натяжение была работа. Постепенно уходим. Здесь открываемся, чук, и чуть-чуть как будто на прогиб, да, пойдет бросок, но без, то есть, разрешения, то есть, намечаем это движение и не идем в него дальше. Затем обратно. Здесь бросок как будто через спину, швай, да, механика так. Тоже намечаем, но не идем в него дальше. Класс. Еще раз меняемся местами. Теперь мы сделаем эту механику. Левая нога впереди, правая позади. Сделаем эту же механику с обратной стороны. Да, у нас идет здесь опирание. И мы уходим чуть-чуть в разгиб назад. То есть палочка здесь
правой рукой давится, толкается от себя немножко, да, этой чуть-чуть держится просто. И открываемся опять тазобедренными, давление чуть-чуть назад. Затем уходим из контакта, рука чуть ближе еще к себе, вдоль корпуса, до плеча примерно доходит, и дальше отстреливается вдаль. Па! Давление через поворот усиливается. Тоже небольшой разгиб. Небольшой разгиб, да, чтобы усилие туда уходило спиной назад, как бы за левую нашу переднюю ногу. То есть, если я отпускаю палку, твое усилие туда, да? Но попробуем создать такое натяжение, чтобы если партнер отпускает резко палку, отпускает, чик, у нас нет провала туда, то есть мы не теряем баланс. То есть давление есть, но если уходит опора, чик, мы не улетаем. Вот сейчас разницу, да, почувствуем сейчас. Убираем опору, да, это мышечное усилие, которое на сопротивление, на преодоление. А это опирание, то есть создание прочной позиции с маленьким потенциалом давления. Оно не проваливается. Почему это эффективно? Это и для боевых искусств, рукопашных, и для оружейных, без разницы. Важно, что уходит опора, мы не улетаем вслед туда. Мы остаемся здесь, и у нас есть возможность приблизиться для атаки. Да? Поэтому важно именно создать вот этот эффект опирания. И потихонечку меняем снова. Уходим из контакта, вдоль тела протираем. Всем телом чуть-чуть поворачиваемся, как бы за левое плечо смахиваем. Но опять же без... Да, это много. Чуть-чуть меньше, то есть больше спиной. Чик, вот, да. И чтобы люфт вот этот... Был вот, вот сейчас хорошо, такая субстанция хорошая получилась. Отлично, уходим из контакта, изнутри, протираем и снова чуть разгиб ногах, поясничка прямая, вот так. И снова к себе, за плечо, от себя рука чуть-чуть. Тазобедренный правый толкает силу туда, вдаль, до. Уходим из контакта, забираем силу, как будто по задней линии ног она поднимается вверх, и мы чуть-чуть разгибаемся. Отлично. Сделаем то же самое на другую сторону. Та же самая позиция, ноги чуть-чуть направлены друг на друга под 45 градусов, да? Как позиция в туй-шоу, например, при борьбе, да, мы начинаем также, создаем здесь давление из левого тазобедренного чуть-чуть вдаль и за плечо туда поворачиваемся. Убираем постепенно давление, уходим из контакта, идем в контакт снизу. Отлично. Уходим из контакта, проворачиваемся сверху. То есть важно понять, что это не в прямом смысле фехтовальное упражнение, то есть здесь важна сама наработка двух вещей, механики, да, сбива и атаки, и вот этого опирания, то есть усилия, которое мы создаем с помощью рычагов. Проделав это упражнение много раз подряд, можно увидеть из него различные выходы, да, на другие варианты атаки, защиты. То есть это такая большая объемная матрица, в которой есть много вариантов перехода к другим действиям. Чуть-чуть от себя, поворот немножко назад за ногу туда вниз. Как будто сила идет в задний правый угол, да, туда, за спину. А здесь в задний правый нижний угол, да? А здесь в задний правый верхний угол, туда. Чик, отлично, класс. Посмотримся. Теперь создадим вращение, да? У нас два варианта вращения, мы оба попробуем сделать. Также левая нога впереди, правая позади, хват как копье. Начинаем передний, да, цикл. Первое вращение – это то, что мы создаем дальней стороной. Передняя сторона статична. Мы делаем через
один пункт, да, то есть рычаг. Я веду тихонечко. Второй человек, мой партнер, немножко подтормаживает меня. Не сопротивляется, не мешает, но и не помогает. То есть он своим весом в каждом моменте вращения создает легкое опирание, которое можно преодолеть, но для этого нужно какое-то приложить точное достаточно усилие из центра исходящее. Тогда возникает упругое натяжение, непрерывное, вот по этому кругу, которое позволяет мне натренировать сразу все виды усилий, которые встраиваются в этот круг. Дальней стороной идет вращение больше. Затем мы меняемся. Я делаю паузу, и мой партнер Алексей делает свою часть работы. Я оттормаживаюсь тихонечко. Тоже дальней рукой проворачиваюсь, передней придерживаю. Лучше закрыть, да, пальчиками все на переднюю и наблюдать вращение дальней стороны. То есть в это упражнение встраиваются все предыдущие. И мы здесь можем наблюдать, как сила вращается в центре. Все точки опоры, из которых можно выходить как на защиту, так и на атаку. Угу. Отлично. Поменяем позицию. Сделаем на левую сторону. Здесь важно вот почувствовать общее поле, да, и как возникает расслабленная естественная вязкость. В этом движении, то есть я партнера двигаю через палку, целиком его все рычаги немножечко зацепляю. И партнер старается услышать мое движение через касание к шесту. Тихонько-тихонько. Никуда не спеша, да, то есть немножко не ускоряемся. Это важный момент, чтобы было именно прохождение через твою структуру, да, то что ты не сам проворачиваешься, а прям ждешь, пока я силой, да, усилием небольшим пройду через нее. То есть нет сопротивления, но и помощи тоже нет. Общий принцип, да, и твой ход, да, ты ведешь и наблюдаешь, вот как ты через мою структуру пробираешься, проворачиваешься. Я не оказывал активного какого-то сопротивления, но так как я не помогаю, в каждом моменте стараюсь найти комфортную позицию структурную, которая так просто не продавливается, да? Возникает натяжение, которое приходится чуть-чуть преодолевать. Конечно же, я создаю его целиком, всем телом, проворачиваюсь в центре больше. И еще раз меняемся. Левая нога также впереди. Вращение в обратную сторону, да? За спину силе отправляется. Пока тоже дальняя рука ведет. Нет разрыва точки контакта, прилипания, следования, да, со стороны слушающего. То есть сейчас вот мой партнер Алексей, он слушает мое движение, принимает его, впитывает. Чуть-чуть еще вязко, да? Должно быть. Все время точка контакта, да, то есть наблюдается там, и точки, откуда сила выходит, то есть в центр. Я вращаю здесь, создаю давление, я не на твои руки иду воздействовать, а прям вот расслабляем стопы,
Я целиком тебя всего поворачиваю через это движение, то есть как бы немножко здесь натяжение, да, как монолитная, да, структура. И как будто вот я поворачиваю кран за его стрелу, да, только она направлена вниз, в данном случае. Весь кран поворачивается, но не сам, да. То есть прям пробуем это естественности, да, отдать, чтобы ткани все сами слышали импульс, проходящий в тело, и реагировали не от ума, да, а от ощущения того, как энергия проходит в тело от движения. И теперь обратно. Мой партнер начинает вести, я также просто слушаю, наблюдаю контакт, все тело отдаю, да, вот во власть этого вращения, потихонечку наблюдая изменения. То есть это тренировка опорной части. У нас есть опорно-двигательная система. И вот через парные упражнения без оружия или с оружием мы, когда слушаем и следуем, тренируем опорную часть, а не двигательную. На нее важно также уделять внимание достаточно много, чтобы баланс в теле, инь-ян как раз, был соблюден хорошо. Для боевого искусства это важный аспект. Отлично. Меняем. Здесь тоже назад. Я веду позицию. Меняю. Чуть-чуть более вязко. Постепенно пробуем увидеть, как создать вот эту вязкость. Соединение рук с центром. Не теряем точку контакта, все время немножко здесь притормаживаем, да, партнера, легко-легко. То есть все время чуть на полсекунды после него реагируем на движение. То есть волна, и мы в нее уже встраиваемся и создаем. И твой ход теперь. Напоминаю, что сейчас более подвижная, активная дальняя сторона, да? Передняя пока как иньская, в темноте, спит, отдыхает. То есть в данном случае левая рука, она пропускает больше сил, да? То есть и вращается левый тазобедренный сустав, дальний. Передний тоже вращается, но мы об этом ничего не знаем. То есть инь-ян, проявленное и не проявленное. Угу. Класс. И еще один раз меняем позицию. Здесь у нас следующая версия, когда у нас янская передняя сторона. То есть то у нас была задняя ведущая, передняя в тени. Теперь мы меняем. Передняя будет вести целиком. Задняя никак не реагирует на это. Да? То есть она спит. Передняя ведет. То есть более монолитное такое получается движение. То есть от левого переднего тазобедренного создается усилие. И в обратную сторону ведет партнер нас. Мы только слушаем, наблюдаем. Отлично. И меняем контакт. Теперь с обратной стороны. Тоже передняя сторона активная, задняя спит, пассивно отдыхает. Контакт не разрываем, стараемся слушать движение, не идти самостоятельно.
идти только под воздействием. Есть движение, принимаем его в тело. Все тело, то есть не руки, да, стараемся вот прям проворачиваться, чтобы я вращал через это движение тебя целиком. Шик, да. И это прям было честно все. Увидеть. Это важно для нас, поскольку это та часть движения, которую мы редко наблюдаем. То есть то, как мы двигаемся, когда мы не двигаемся, а нас двигают другие. И наоборот, твой ход. То есть обрати внимание, каждый момент, да, я в точке контакта с тобой рядом. Я прохожу, ну то есть я в каждый момент я уступаю, то есть прохожу дальше, но я не исчезаю из контакта, да, то есть если я исчезаю из контакта, это значит, что это место для твоей атаки, да, то есть как только я ухожу, все, то есть ты слышишь, что я освободил место, во-первых, тебе надо самому уходить, скорее всего, во-вторых, возможно, что контакт, ну, место для атаки твое уже найдено, да, то же самое, когда я веду, да, то есть я слышу, ты ушел, я сразу, о! Да, то есть этот момент буду наблюдать. То же самое, что в туй-шоу, да, то есть как только руки расцепляются, скорее всего будет удар, да, то есть мы просто не обозначаем это в спортивном варианте, но мы имеем в виду, да, или будет удар, или будет толчок просто в грудь, да, который хорошо потом нам сыграет на руку. Отлично. Меняем позицию. Передняя сторона активная также. Есть рукой лучше так же, пока держим. Не проваливаем, да, то есть каждый момент держим. Передняя сторона вся проворачивается. Стопы, нога целиком работают. За бедрами полностью круг сбоку. И обратно, да? А, слушай, мы сейчас сделать в обратную сторону. В обратную сторону сила за спину идет. Подъем как домкратом. Убираем. Идет. Сила по передней стороне. Право вращается. Чик. И сразу, да, то есть вот этот момент как бы засыпания. Да, либо я вижу, что, ну, то есть как-то возможно здесь сбить, да, потому что контакт ушел, и я могу вам, да, то есть увидеть, что партнер уснул, да, или ушел в какую-то другую плоскость, да, поэтому этот принцип нам может пригодиться потом еще в ту еще. И обратно. Всем телом, спиной, да, поворачиваем, держим, монолитно здесь, да, не рукой, а всем телом ныряем, да, ребра складываются, поворачиваемся спиной, чик-чик-чик-чик-чик, поднимаем, ногой толкаем землю, а здесь стекаем в ногу вперед, поворачиваемся, да, целиком, толкаем передней ногой землю, раскрываемся, вот правые ребра все раскрываются целиком, потом обрушиваемся как бы вперед, да. Отлично. Да, супер. Чик. И давайте посмотрим, как эта механика у нас проявляется в туй-шоу. Да? Да, то есть вот эта механика, вот мы встаем в туй-шоу, вот эта вещь круговая, да, то есть она проявляет себя в разных аспектах. Например, вот есть круг вот этот, да, что мы обрушиваем туда. Мы здесь, не получится бросок, наверное, сделать. То есть идет атака, мы можем прям партнера положить на землю, потому что есть вот этот круг, да, или это вот эта часть. То же самое мы можем сделать с убиранием назад. Да, посмотрим. Этот поворот. Вот эта часть. Раз, два. И внутри этого круга много вариантов. Это то, что по передней стороне. И по дальней мы можем также, да, то есть когда у нас уже идет борьба на ближней дистанции,
Здесь то же самое, то есть я могу сработать как бы дальней стороной, да, сюда или да, сюда, так или иначе. То есть дальняя сторона тоже может мне помочь в этой наработке. Пока все. Такой пласт упражнений у нас получился, который нам открывает дорогу к парному взаимодействию, да, и наработке именно усилий, которые мы можем потом проявлять в туй-шоу, в сань-шоу. Очень полезная история, да, то есть можно почувствовать, когда мы это поделаем, что спина выравнивается, начинают больше проворачиваться тазобедренные, мы лучше заземляемся и чувствуем энергию, да, вот эту вращающуюся, непрерывную. Занимайтесь регулярно, записывайтесь на занятия, индивидуальные, в группе, и смотрите другие видеоуроки. С вами был Антонов Антон. Большое спасибо. До новых встреч.